Из Мариуполя в понедельник добирались почти целый день. Немного нас подвезли, потом пешком, потом опять подвезли, потом опять пешком. Ну, до вечера мы уже были в Бердянске. Узнали немножко подробности, где эвакуационные автобусы приезжают. Ну вот и со вторника мы уже на трассе были, ночевали один день в поле. В Мариуполе, когда мы выезжали, нам говорили: вы подумайте, может быть, стоит поехать в Донецк, вас ждут автобусы, мы сейчас вам поможем добраться вот, до 23-го микрорайона Мариуполя, ну, и там вас отвезут, вас накормят, вам все дадут, заплатят 2000 взрослым, 3000 ребенка, на ребенка. Вы подумайте. У вас еще как бы, пока вы еще не вышли, подумайте, у вас есть время, если вы захотите, все для вас. Ну, я украинка. Куда мы его просто ставим сейчас? Отходим. Вот просто вопрос, за что, почему? Мы ничего не делали плохого, мы просто жили. А нашу жизнь, нормальную жизнь, спустили в унитаз. Одним таким вот мановением руки. И все. Ни работы, ни сына я не могу найти, которого мы потеряли. Он в другом районе города жил, а там была линия фронта через город. И никого не пропускали. Все. Там убивали. И я не знаю, что с ним. Я не знаю, найдет ли его муж.